Здравствуйте! В эфире женская программа. Мы продолжаем петь оду универсальному предмету женского гардероба – платью. Платье может сделать из обычной девушки богиню, а может, наоборот, подчеркнуть все недостатки. Как выбрать идеальное платье? Узнаем прямо сейчас. В этом сезоне актуальны платья-рубашки, платья на запахе, актуальный деним, а также это кружево, все пастельные оттенки, особенно на пике популярности, это нежно-голубой и нежно-розовый. Ну и, конечно, каждая девушка должна понимать, что платье для женщины – это вне времени и вне моды. Девушкам с пышными формами сложнее подобрать платье. Без стилиста в этом вопросе не обойтись. Очень хорошо подойдут платья отрезные по талии с раскрешенной юбкой. И если это будет платье еще в пол, будет замечательно, что нам визуально еще у нас вытянут. Для девушек с формами нужно визуально вытягивать и добавлять роста. Также завышенная талия нам визуально делает бесконечно длинные ноги. Конечно же, цветочный принт, что сейчас в тренде, он должен быть соответственно размером девушки. Если это среднее телосложение, то должен быть средний размер цветка. Визуально стройнее и вытягивают рост нам все продольные полосы. Продольные полосы нам составляют как раз-таки жилеты удлиненные, что нам визуально тянет ввысь, тем самым вытягивает нас. Это расстегнутые пальто, это расстегнутые любые жилеты и V-образный вырез. Я люблю платье за то, что, надев его, получается готовый образ. Не нужно подбирать верх и низ. А если у платья яркая отделка, можно обойтись и без аксессуаров. У вас нет еще платья мечты? Тогда записывайте адрес. Магазин «Силуэт», торговый комплекс «Базар», второй этаж, 18 отдел. Новое поступление повседневных и праздничных платьев и весенней одежды. От самых маленьких до самых больших размеров. Телефон 297 51 47.